Всім привіт! Мене звати Саша Єна, і сьогодні у нас у гостях Олександр Сікірін. Сашу, привіт! Привіт! Організувати бізнес, вчити танцювати, надихати, розвиватися і знову надихати – все це з успіхом робить наш сьогоднішній герой Олександр Сікірін. Власник однієї з найбільших танцювальних шкіл, Саша розповість, як звичайний бухгалтер з автозаправки став ідейним натхненником для тисячів танцюристів і чому все ж таки варто прислухатися до свого серця. Розкажи, будь ласка, скільки років ти займаєшся танцями взагалі? Ну, взагалі, конкретно я в цій культурі вже з 99-го року. Тобто вже скоро буде день народження, 19 років. Якими танцями, які були перші танці, якими ти займався? Ну, ізначально я прийшов займатися брейк-дансом. Потім все трансформувалося, все це було близько. Тобто ми зараз займаємося як сучасною культурою, танцювальною культурою. Розкажи про свій шлях, як ти став тим, ким ти став зараз. Ну, на самом деле, все было просто. В 99-м году начал танцевать. В 2001 году я закончил Железнодорожную академию. У меня образование учет-аудит экономическое. И я работал на заправке главным бухгалтером. Вот, после института. Творчая профессия. Да. То есть я работал главным бухгалтером. До 7 вечера работа. 8 часов я уже на тренировке, мы там до 11 тренимся, потом ночью какие-то выступления. 8 утра ты опять на заправке. Вот, и вот так продолжалось 2 года. В какой-то момент вот, я просто как-то почувствовал, что неправильно. Где-то что-то не так. Я не могу и там развиваться, быть супер бухгалтером главным. Вот, и тут как бы не хватает энергии, силы, то есть вытягивать команду. То есть у нас там была команда, я уже преподавал, там вел небольшие группы. Вот, и... Вот это так 2 года продолжалось, и в какой-то момент я себя принял решение. Я хочу быть танцором, педагогом. Я хочу обучать людей. И, конечно, для людей это был шок, для родителей. Власть, деньги, бензин, влияние. И тут какой-то такой подвальчик, да, танцы. Ну, это все несерьезно, да, как и сейчас, наверное, большинство людей там. Ну, что там твои танцы? Вот. Не знаю ничего, это было какое-то мое внутреннее. Я вот чувствовал, я понимал, чувствовал, что я, моя миссия, моя цель в этой жизни – это обучать людей, делать их лучше с помощью того, что я умею. Друзья, родители, ну реально, я помню этот период, где-то был месяц, 5 лет обучения. Друзья, что, какие танцы, это несерьезно. Потанцуешь 2 года и все, 3 года потанцуешь, что потом, что дальше. Я сказал, ребята, все будет хорошо, родители, спасибо. И пустился в такое вот плавание. То есть с 2001 года, 2 по 2004 год я преподавал. И потом так, ну, я ничего не делал случайно, однозначно. Мне повезло и попал на очень интересный проект. На этом проекте в 2004 году мне рассказали, что такое миссия жизни. Это то, ради чего ты живешь. И я понял, что я выбрал правильный путь. То есть моя миссия... Моя цель в моей жизни – делать людей с помощью танцев, преподавать, обучать, возле себя людей сплочать. И самое главное, что вот, человек должен каждый почувствовать, ну, ради чего он живет. Каждый из нас живет, чтобы делать, ну, лучше кому-то другому. Там, солдаты охраняют мирных жителей, да, там, служители служат, пекари пекут вкусные булки. Вы берете интервью и тем самым вдохновляете ваших зрителей. И когда ты понимаешь пользу свою для этого мира, все становится по-другому. У житті кожної людини існують 2 чудових дня. День, коли ти народився, і день, коли зрозумів чому. Джон Максвелл. В 2004 году я это понял, я понял, что выбрал правильный путь. И вот тогда начался вот очень жесткий такой рывок мой внутренний, учеников. То есть мы стали не просто обучать учеников танцев, а развивать их личности. С кем ты це все починав робити? Хто ці були люди? До 2005 года я это все делал сам. Да. Вот, такой был воин-одиночка. И в 2000 году я понял тоже простую мысль, что человек никогда не добьется больших результатов сам. Все должны быть команды, объединение людей вокруг какой-то большой цели. Вот. И в 2000 году я собрал команду из лучших на тот момент танцоров города Харькова. То есть там у нас было 6 человек, ребята танцевали брейк-данс, хип-хоп, девчонки танцевали там более женские направления. И сказал, давайте сделаем что-то новое, то, чего до нас никогда еще не было. Сейчас у нас 70 педагогов.
70 педагогов. 70 педагогов и примерно 50 человек – это менеджмент, ну, люди, администраторы, колл-центр, маркетинг. Ребята, которые помогают в образовании наших учеников. То есть всего сейчас у нас 120 человек в нашей юніті, в нашей танцевальной семье. Але ж ти там як головний, так? Я так розумію? Да, я ідейний надихаєш людей. Я даю ідею, я основатель і зараз, ну, руководитель. Знаю, що ти дружину свою знайшов також у школі у своїй. Да, да, у нас все на этом завязано. Ну, я говорю, потому что для нас стоит на первом месте развитие личности, наверное, так происходит, что у нас очень много ученики встречаются друг с другом, потом они растут, у нас маркетологи, администраторы с педагогами встречаются, то есть у нас все очень построено, потому что для нас ценность – любовь. Вот. Одна из ценностей, да, это семейные ценности, которые мы развиваем в учениках. У меня жена топ-педагог нашей школы. Вот, у нас в июле будет 3 года нашего брака. У нас есть деток, тоже небольшая, 5-месячная дочка, вот, которую зовут Аделину. И у нас, в принципе, много. У нас много таких отношений, семейных, служебных романов мы это называем, мы шутим. Вот скоро день Валентина. Так. Вот мы недавно подводили статистику, сколько у нас за 10 лет существования нашей школы встречаний, да, пар, вот насчитали около 200. Брачну агенцію можете відкривати. Да, ну ми шутим, да, около 200 пар, 7 дітей. Это пари, которые сформировались у нас. 24 брака, ну, короче, вот так вот. Зараз вже не викладаєш. Чому? В житті у чоловіка повинна бути самоідентифікація, определяти, хто ти є саме в даний момент. Я був танцором, педагогом, організатором фестивалів. І от уже 6 років моя битійність, моя сущність, я є лідером в танцевальній організації, в танцевальній школі. Не можна зміщати разные вещи. Вот для меня это разные вещи. Ты либо танцор, либо хореограф, либо педагог, либо организатор, либо руководитель. И всегда нужно понимать, кто ты есть. Были колись моменты, когда хотелось покинуть танцор? Не, никогда, никогда. Когда ты находишь страх... Ну, все очень просто. Вот реально, жизнь-то она, мне кажется, более простая, чем сложная. Все очень просто. Надо главное найти страсть в твоей жизни. Вот. А страсть она как? То, для чего ты живешь. То, чем ты можешь быть полезен людям. И все. И признать то, что трудности всегда будут. Ну, ну никак без них. Это нормально, это процесс. Какие еще порады дашь людям, которые хотят начать свою справу, окрім пристрастий? Вначале, да, надо включить в себе хотелку. Вот, что я хочу. Вот, к сожалению, люди, когда растут, наш вот быт, он забивает наши желания, вот эти все мечты. Они там, ну, мы забываем мечтать. Вот должна быть хотелка. Потом, когда у тебя какая-то появилась мечта, надо важно понять в этой жизни не что ты только хочешь иметь, а кем ты хочешь быть. Обычно люди думают так, когда заканчивают институт. Хочу иметь машину, хочу иметь квартиру, хочу иметь там красивую жену, мужа и что-то еще. А правильные мысли – это кем ты хочешь быть. Я хочу быть кем-то, я буду делать то-то, иметь то-то. Никогда не хотел книгу написать про свою философию, вот, дуже-дуже цікаво. Да, она у нас есть, как бы, у нас есть методическое пособие, да. Ты написал ее? Ну, это мы делали в сотворчестве, то есть это ж… То, чему я как бы понял в этой жизни, то, что мне помогает делать, ну, какие-то успехи.
Но я же не хочу ходить там самый умный, тут именно ходить, там, я вот такой умный. То есть мы команде передаем эти знания, они пойдут ученикам. То есть мы вот все это транслируем на всю нашу танцевальную семью. Ледачих людей не буває. Бувають нікчемні цілі, такі, які не надихають. Ентоні Робінс. В мене є для тебе маленький бліц, відповідаєш швидко. Твій улюблений колір? Чорний і синій. Фільм? Мой любимий фільм, ну, зараз це дуже швидко «Волк з Уолл-стріт». Улюблена книга? Говарда Шульца «Більше, ніж коса». Це про Starbucks. Пора року? Літо. Готувати вмієш? Умію, звісно. Улюблена страва? Обожаю українську кухню, от взагалі фанат, фанат української кухні – борщ. Який вид відпочинку ти полюбляєш? Активний чи пасивний? Люблю їх совміщати. Я обожаю – це море, вот, це пляж, це пісок і це все, що відбувається на пляжі. Ігри, там, движуха, вечором. Отдых. Найдивніший подарунок, який ти отримав коли-небудь? Логотип нашої школи із камня. Подарили. Скільки він важить? Ну, наверное, там кілограмів 6. Это вот такая вот такая штука, короче, из камня, вот, и, ну, это вот последнее, что вызвало такое, что очень большое удивление. Яку пораду ти дав би сам собі 15 років тому? Парень, ти на правильному пути, слухай своє серце, прислухайся к своїм цінностям і все, вообще все буде чики-пики. Я обучаюсь, я учусь не только как там, танцор, там, педагог, я обучаюсь в Киево Могилянской бизнес-академии, то есть я учусь как руководитель, как лидер, я учусь, я все время учусь. И это позволяет все время расти без спадов. Идеальную картинку. Например. Компания идет за мной. Если я расту, то растет все. И образование, и количество учеников, и уровень удовлетворения, там, уровень радости внутри школы, уровень удовлетворенности педагогами своей работы. Вот, я постоянно учусь, от все время у нас там. Тобто ще, це ще один секрет твого успіху? Їх два. Які? Перше – це образование постоянне, вот, і второе – це окруження. І, тобто, я, допустим, от, поставив себе там цель на 8 місяців, у мене там 26 книг, мені треба посетити, прочитати за ці 8 місяців, 5 пройти онлайн-курсів, посетити 5 городів по образованию. И спорт. Мне надо 20 августа, я поставил цель 10 километров за 47 минут обязательно пробежать. И если я этого не сделаю, я постригусь на лысо. Вот морковка спереди. Если я это сделаю, все будут рады и довольны. Если я не сделаю, пообещал всем, постригусь на лысо. То, если у вересня я тебя побачу лысым. На день рождения дочки, кстати, вот именно, да. Главное, чтобы она меня узнала. Ну, то есть всегда должна быть, когда ты ставишь перед собой цель, у тебя должна быть мотивация. Морковка спереди, да, это то, что тебе будет, как будет классно. И люди, как бы нас учат, а я сам, они себе еще морковку сзади такую делают, что это то, что тебя заставляет бежать именно просто вперед к этой цели и мотивирует тебя достигать. Вот я себе такую поставил морковку. Дякую тебе за розмову. Вперед за твою морковку. Да. Неси добро, неси свою философию у люди. Дякую. Я вам желаю, да, всего того же. Дякую.